Что, носик? Кушать, кушать корм. Илюша? Что? Ой, Жужа. Зайчоночек залез наверх. Бадюша, привет. Степашунька, вон он. Степашенька. Здравствуй, котеночек. Привет. Тихо, Жужу, не ругайся. Нос, нос. Сейчас в город съездим. Купим тебе вкусности. Вкусности. Стой, зайчка. Не спеши. На. На, зайка, на. Ой, зайка проголодался. Я хочу кормушку взять вторую. Ты что, на меня нападать будешь? Не смей. Не смей на меня нападать. Не смей на меня нападать. Можно возьму кормушечку? Можно, да, можно. Ой, мой милый, разрешил. Бадюха. Жужа, что там, малышей, скажи, нянчила? Так, смотри, зайка. Мы сделаем так тебе. Раз. Отсыпем. Не жадничай. Отсыпем, говорю. Жадобина. И мальчишкам остальное отдадим. А, еще вот мальчику надо не щипать. Да. А я тебе лучше через верх насыплю. Я тебя открывать пока не буду. Ладно? Давай. Ой-ой-ой. Извини, зайчик. Ну, сейчас они как забегут к тебе и съедят тебя, Мирош. Угу. Водичку теплую засунули, пока они отвлеклись. Да, сейчас я его мяско вам к вечеру сделаю какого-нибудь вкусненького. Да, мой маленький. И ты не нападал, и не кусался. Видите, он не нападал на вас. Скажи, ага, открой, только его не нападал. Сразу нападет. Держите. Степан, иди сюда. Илюша, Жужуша, Бадюша. О, глянь, что нос делает. Глянь, смотри. Опа. Высыпал все, скажи, мать. Тару можешь забирать. Да нет, там на дне яиц не было, носатый. Выедайте теперь. Чё, Стёп? Вот ему скажи спасибо. Зайка зато у нас культурный мальчик. Культурный такой. Холосый такой мальчишка мамин. Мамин мальчишка успокоился. Успокоился, успокоился. Веник, скажи мне, принесите. Я на венике буду злость умещать. Он веник трепет, как бешеный. Бадюха. Фух, ну все. Да я думаю, надо и туда сейчас этот проход им закрыть пока. Нехрен туда ходить, там снега. Снега там холодно, все замерзло. Да? Мои зайчики.